Более 1000 участников из 60 стран мира и более 17 тысяч фотографий. В минувшем году азербайджанский фотоклуб «Гиловар» стал инициатором 3 фотоконкурсов под эгидой Международной федерации фотографического искусства. Клуб объединяет профессиональных, талантливых фотографов страны. Несмотря на то, что основан он был всего год назад, сегодня «Гиловар» является членом Международной федерации фотографического искусства. Фотоклуб «Гиловар» был создан в декабре 2017 года. Наша главная цель – объединить как и опытных, так и молодых фотографов, сделать так, чтобы наше азербайджанское фотоискусство было представлено и на международной арене. В рамках подведения итогов 2018 года состоялось награждение азербайджанских фотографов, удостоенных наград на международных фотоконкурсах. Думаю, фотография – это такая область деятельности, где необходимо знать правила и в то же время выходить за рамки. Для меня приз на международном фотоконкурсе стал большим сюрпризом. Фотографии, которые выбрала жюри, не были сделаны специально. Это моя каждодневная работа. В этом году победителями международных конкурсов стали 2 мои фотографии – «Семья погибшего солдата» и «Гармония любви». Я уже много лет работаю фотографом в СМИ и просто фотографирую для себя. Я думаю, фотографы отличаются от остальных в особом видении, которое дано не каждому. Ведь в одном кадре можно выразить то, что не уместится в одном предложении. Продвижение молодых талантов на международной арене в клубе называют одной из основных задач. С этой целью реализуется поиск творческой молодежи, информирование о ближайших конкурсах и помощь в составлении заявок. Как результат, за минувший год более 50 азербайджанских фотографов стали победителями международных фотоконкурсов. Лейла Курбанова, Сеймур Сахибзаде, CBC.